скала называется Чертов Палец. Я в курсе. Я лазил туда. Лазили? На днях, да. А вот отсюда? С той стороны заходил, а здесь спускался Чертов Палец. А тут спускались? Угу. Фига себе, мне спускаться надо тяжелее, чем залазить. Да я не знал, что там в самом конце, как альпинизм, надо забираться себе, будет. Жестковат немножко в конце, да? Подъем. Да. Там просто чуть ли не сплошной, скользкий. Офигеть. И как нечего ты? Даже выступить так. Один? Ну, один, да. Нет, было, думаю, спускаться тоже опасно здесь, через Чертов Палец. Не для всех подходит. Да нет. Залезть как-то... Нет, вот в самом конце, так обойтись там с того источника, а когда вот упираешь с той стороны, ага. Там потом резкий подъем, очень да. Крутой, и там вот очень опасно. Карл-Лаба понравился очень, там вообще... Легкотня, можно сказать. Я с Веселовской бухты на Царский пляж через все точки прошел. По этой дороге вообще автобусам запрещено доехать к большим, а? Да? Автобусы, они должны же въезжать, да, большие? Да. Они лазят здесь, да? Двухэтажные, смотри, один раз поехал. А, там этот... Детей отсюда забирают, такими школьников. Да? Нет, это экскурсионный был. Экскурсионный? Вот он там белый, да? Нет. Белый? Там же два, один белый, а один такой... Темный. Или вообще что-то не желтый какой-то был. Это он еле-еле вписывался здесь. Вот он ездит туда, вот они вот два эти автобуса, школьников забирают отсюда. А так они экскурсионные автобусы. С утра у них маршрут забрать отсюда детей в школу отвезти, а потом они на экскурсию. Придумали километры такие вот. Экономят.
проще всего отсюда подниматься на сокол.